Где эта зверь? Черт, нужно как-то связаться с Сансом. Благодаря ему мой телефон теперь не сыщешь. Как и мои очки. Сюрприз! Умри уже, наконец! Больше не продержусь. Она слишком сильна. Теперь мне нужно добраться до ядра и предупредить кого-нибудь. О, нет, нет, нет! Нашла нет! тебя! Нет! Помогите! Санс? Что? Вау! Не знала, что комик заботится о тупом мусоре. Может, уже закончим мое страдание? Что? Невозможно! Теперь все кончено. Санс! Дерьмо. О, господи, ты ранен! Альфис... Санс, мы должны доставить тебя до ядра быстрее! Альф... Ты можешь встать? Нет, ты должна добраться до ядра и предупредить их о человеке. Ни за что! Я не оставлю тебя здесь! Я не чувствую своих ног. О, нет, нет, нет! Слушай! Санс! Нет, Санс! О, спокойно. Это просто сон. Санс? Блин, ненавижу ролить с ней и ее заиканием. Бла-бла-бла-бла-бла. Я мог бы залогиниться в мой аккаунт и поджечь зад Classic Undying. Что ж, вот и я повеселюсь. Божечки, и Мельфис. Что это вообще за РП? Почему Экс-Санс? Я хотел быть Шэдоу. Санс! О, что опять? Что такое, а? Все норм, я здесь. Ах, я волновалась зря! И у меня кошмар от твоих тупых загрузок! И что, черт возьми, ты делаешь с моим телефоном? А, это, ну, РП шел с твоим костным другом. Как-то неловко вышло. Серьезно? Так поздно? Не моя вина, что от нее пришло оповещение. Я просто хотел повеселиться. Можно сказать, я съел совух. Боже. Понял, птенчик. Только дай мне поухать. Санс, знаешь, может, нам не стоило этого делать? А? Что? Что мой отец вообще думает об этом? Типа, о господи, моя дочь беременна от комика. Мне так стыдно за тебя. Я откажусь от тебя навсегда. Эй, я уверен, он поймет. Но знаешь, мы не можем вечно прятать эту детскую штуку. Хорошо, я просто... Ладно, мне очень не нравится делать это, но ты уже видел этот хаос в интернете. Я понимаю, что ты все еще расстроена из-за этого, но уверяю тебя, все будет хорошо. Я справлюсь с этим и всем этим дерьмом в интернете. Почему? Наша жизнь не их. Да, ты прав. Тук-тук. А все еще в настроении для этого? Вау. Ладно. Кто? Сова. О, какая сова? Которая тебя любит, птенчик. Все будет оставительно. Кстати, готовы к еще одной совгрузке? Нет! Просто дурачись. Нос. Ты круглый дурак! Давай поспим, а? Иначе мои каламбуры будут ухать всю ночь. Он по-прежнему здесь. Мы там закончили, потому что там щенок. И мы все знаем, что Шанс любит щенков. Не отрицай это. Шевелись давай, я хочу РПшить с Classic Альфис. Божечки, хорошо, только еще немножко. Нет, плохой пес. Знакомо, когда вы вините друг друга в разрыве отношений, хотя в этом на самом деле твоя вина, но ты боишься это признать. Мне
Без разницы, что ты думаешь обо мне, но посмотри на него. Санс и его ошибка. Я повторю, его ошибка. Уверена, он 100% боится это признать. Стоп. Так, согласно традиции монстров, поцелуй считается знаком платонической любви? Я вполне уверен, что вы двое... Я могу ошибаться, а может и нет. Чё за нах, Эльфис? Боже, ты грёбаный скелет, заткнись. Извини, я отбила тебя ото сна, но ты должен помочь мне с этой платонической традицией. О, да, но сперва мне нужно разобраться с болью в животе. Ты серьёзно? Как у скелета может болеть же... Теперь ты папис, поздравляю! Хэй, Эльфис, ты когда-нибудь видела кости Санса? Ну, знаешь, под одеждой. Конечно, да. Как думаешь, почему я забеременела? Извини, ма, но не за то, что сказала ты так громко. Кстати, спасибо, что вспомнил. Я как раз подготавливала показ костей для этого дурака. Просто смотри. Санс! Очередная загрузка, не так ли? Нет, кое-что другое, Санс. Готов? Что? Оу, как щекотливо с твоей стороны! Но, птенчик мой, я уже видел тебя голый много раз. Так ты не сможешь меня завести. Или чтобы я остолбенел... В этот раз смогу! Покрасней для меня! О, да! Вот блин, Санс, Альфис тебя подловила. Что ты будешь с этим делать? Нас... Я сдался и вздремнул. Что? Ты видел Альфис голой несколько раз? Какая у тебя была первая реакция? Если мне не изменяет память, я забыл включить свет. Было темно. Так что да, я пропустил этот момент на первый раз. Что ж, не знаю, покраснел ли я. Но что наиболее важно, мы разделили любовь и заботу. Она очень полезна, Динодруг. И я отдам ей каждую ископаемую кость. Эй, Альфис, поздравляю с ребенком. Тебя, наверное, так донимают. У меня вопрос, не касающийся ребенка. Ты готовишь что-нибудь на Хэллоуин? Как планируешь пранковать Санса в этом году? О, как мило с твоей стороны. Спасибо. А это... Ну... Что-то, что просто снесет всем крышу. Что касается пранкования Санса... Псс. Его день рождения 22 числа. Да, этого месяца. Я не спец в этом, но постараюсь что-нибудь придумать. Может, попрошу папса помочь с этим. Давай, у нас больше нет времени. Нет! Брыс! Эй, Санс! Опять проиграл. Ага, в 16-й раз. Если ты здесь для очередной подкормки, не может это немного подождать? Кости трещат от усталости. Ха-ха! О, нет-нет! Это может подождать! Что-то не так? Нет, просто хочу показать тебе кое-что. Хорошо. Что это? Подожди, еще немного. Смотри, Санс, не до конца проявилась, но все же. И знаешь что? У нас есть маленькая дочь. Плечо. Отвалится от смеха. Что? Прям как исполнение моих желаний. Вот это да! Какое совпадение! Не думаю, что понимаю. Когда я был ребенком, я говорил, что у меня будет брат или сестра. Сперва, когда это случилось, я сразу подумал о маленькой сестренке. Было весело, и мое любопытство притупилось. Но вместо этого я получил маленького братика. Было бы интересно, если бы у меня он был, подумал я. Ну, true story. Это что-то новенькое. Я думала, ты хотел... Монследника. Ох, это... Это была шутка, Альфис. Плюс я никогда не упоминал гендер. Лол. Но серьезно, почему девочки? Они лучшие слушатели и более понимающие, я полагаю. С маленькой девочкой нам будет легче делать нашу работу. Но ты большой дурак. Боги... Ты никогда не меняешься, так ведь? Что ж, если ты так уверен насчет этого, тогда посмотрим. Но Санс, смотря в прошлое, Папайрус не выглядел так, будто мог причинить проблем. И маленький Санси, я имею в виду тебя, это совсем другая история. Правда в том, что мальчики — это мальчики, и они всегда будут источником костлем.
Так, тебе понравился этот сюрприз? Нет, но я ценю это. Почти потерял голову. Ну серьезно, у меня от этого кости дребезжат. Ох, и говоря о проблемах. Кто теперь троллит? Почему ты не отвечаешь? Тинчик, ты ледина, я не дерусь с дамами. И что более важно, ты знаешь, что это значит, да? Это конец, мы сделали это. О, да, я не знаю, что бы делала без тебя. О, я почти забыл кое-что. Знаешь, мне немного легче от того, что наши дети в хороших руках. Я много обсуждал о том, стоит нам идти на хэллоуинскую вечеринку или нет. Это хэллоуинское приглашение? Конечно, почему нет, Сэнс? Отлично, тогда подготовимся.